Танюша под вечер с гуляния пришла и куклу спросила, как дочка дела? Опять ты залезла под стол непоседа, опять просидела весь день без обеда. С этими точками просто беда, скоро ты будешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка. Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила, как дочка дела? Опять заигралась, наверное, в саду, опять ухитрилась забыть про еду. Обедать, кричала бабуся сто раз, а ты отвечала, сейчас, да сейчас. С этими дочками просто беда, скоро ты будешь, как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка. Тут бабушка, мамина мама пришла, и мама спросила, как дочка дела? Опять ты в больнице за целые сутки, опять для еды не нашла ни минутки, а вечером сунула в рот сухой бутерброд. Нельзя же сидеть целый день без обеда, уж доктора встала, а все не поседа. С этими дочками просто беда, скоро ты будешь как спичка худа. Иди-ка обедать, вертушка, сегодня к обеду ватрушка. Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек глядят. Что с дочками сделать упрямыми? Ох, как непросто быть мамами.